Всем привет, с вами доктор. Играем в Warcraft. Ну что, мы его похоронили. Мы его и откапываем. Конечно, не знаю, кто его похоронил. Его должны были сжечь, если это чума была. Все еще вот на экране Андорала. Так сбоку вылезу. А, и что скажешь интересного? Загрузка все-таки долго здесь почему-то. А. Опа, катафалки. Это же катафалки. С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Кил'Тузада, можно воскресить лишь в точке сосредоточения магической энергии. В этих землях таких мест нет. Ладно, я понял. В путь! Так, убить планил хранящий кладбище. Мясной фургон. Ну что еще? Это катафалк, ребят. Это катафалк. Все, ошибись. Будь осторожнее. Понятно, задачи нет здесь. О! Никто не смеет мне приказывать. Пехотинцы. Будь осторожнее. Покушайте на здоровье. Приятного аппетита, ребята. Понимаешь, что эта фигня предназначена для перевозки тел. Никто не смеет мне приказывать. Артас, прекрати это безумие, пока еще не поздно. С дороги, брат. Нифига себе. Я пришел за кучей старых костей. Нифига себе. Не хочу, чтобы мне мешали. У него меч в руках, а не молоток. Ты узнаешь, что такое боль. И сейчас каждый паладин из них будет индивидуальный, то это вообще, это респект, ребята. Такие куски мяса, блин. Ну что еще? Ледяная скорбь жаждет крови. Тоже как-то вижу, перерисовали чуть-чуть. А, наконец-то. Так-то лучше. Надо, ребята, пора воевать. Наконец-то. Сейчас убью сейчас вудалака. Давай перезаряжай. Эх, скотина. Ледяная скорбь жаждет крови. Еще. Наконец-то. Готов. Ледяная скорбь. Так-то ну лучше. Ну давай сразимся. Поверить не могу, что когда-то мы называли тебя братом. Ну вот, с мечом, знал, смотри. Избалованному принцу не место в наших рядах. Ты осквернил само имя Ордена Серебряной Длани. Да ладно. Хм, прикольно. Ни за что бы не думал, не догадался, что у них здесь реально будет типа этот. На телек смерти напоследок. Жаждет крови. Че дашь? Наконец-то. О твоих страданиях сложат легенды. Фига, ему склеп здесь откохали. Какие заслуги такие?
Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я же говорил, что моя смерть ничего не изменит. Он даже духом мне на мозги трепет. Что за... Кто это? Это я, Кел'Тузад. Я не ошибся в тебе, принц Артес. А? Нихрена себе, блин. Вспомнишь чёрта, блин. Поменёшь чёрт, точнее. Тебя только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кель'Таласа. До Кель'Таласа? Да. Только сила солнечного колодца высших эльфов может вернуть Кел'Тузада к жизни. Естественно, это вранье, но что ладно. Что я должен сделать? У паладинов есть особая урна. В ней мы можем довести останки некроманта до места назначения. Добудь ее. Как пожелаешь. Я не пойму, а... Ах ты, чё, если на труповозок надавали? Так-то лучше. Жизнь занерзула. Я не понимаю, чё ты этот... Ах ты, ты... Почему? Исполню с радостью. 50 тысяч, нихера. Почему ты вообще подчини... Почему ты спасти? Да свершится, блин. Пока рудник не проклят. Послушники не смогут добывать из него золото. Почему ты вообще подчиняешься ему? Что-то я не понимаю, ты же... Говори! Ну типа, бля... А, наконец-то! Ледяная скорбь... Землю вокруг зданий нежити поражает чума. Новые здания можно призывать только на зачумленной земле. Все, кроме некрополя. Типа же он, ну даже если он повелитель ужаса, почему ты ему подчиняешься? Так-то лучше. Не с того... Опа. Опля. Ребята. Чего? Бля, вам пожрать-то надо, блин. У нас ни здоровья, ни мозгов нету. Будь осторожнее. А, наконец-то. Ну что еще? Будь осторожен. Никто не смеет мне приказывать. Кукловоду к одному интеллекту. Надо запомнить. Буду купить. Призыв куклу. Завершен. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. На зачумленной земле нежить регенерирует быстрее. Твоя воля исполнится. Кладбище обеспечивает армию нежити свежими трупами. Сейчас чихну. Ну что еще? Валите лес. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. Рудник должен быть проклят, прежде так-то чем лучше. Из него послушники начнут добывать золото. Ледяная скорбь жаждет крови. Опа. Будь осторожнее. Никто не смеет мне приказывать. Ребят, там големчик. Призыв завершен. Да, повелитель. Призыв завершен. Чего желает мой повелитель? Вурдалаки добывают древесину для армии нежити. Говори. Все бросили. Это пошли, ребят. Есть работа. Никто не смеет мне приказывать. Призыв завершен. Наконец-то. Наши войска атакованы. Да ничего страшного. Он нам, по сути, ничего сделать не сможет. Призыв никто завершен. Не сколько тупить не будете, бля? Наконец-то. Так-то лучше. Еще призыв один. Завершен. Наконец-то.
Ледяная скорбь жаждет крови. Нужно построить секунду. Украшение завершено. Ну что еще? Наконец-то. Вличка это. Ледяная скорбь жаждет крови. А, наконец-то. Так-то лучше. Опа, йети. Виндиго, блин. Выполз из леса. Чего желает мой повелитель, нельзя сотворить здесь. Исполню с радостью. Говори. Улучшение завершено. Скорбь жаждет крови. Исследование завершено. Ледяная скорбь. Так-то лучше. Будь осторожнее. Удаваки тоже лютыми могут стать со временем. На помощь! Нежить вернулась! Наконец-то! Призыв завершен. Опа. На нашу базу ты напали! Ты узнаешь, что такое боль. Наконец-то. Чё? Тушишь? На помощь! Нежить вернулась! Ледяная скорбь Опа. Жаждет крови. Уже 10-й уровень. Мне нужны свежие души. Призыв завершен. Больно. Я устал ждать. Говори. Исследование завершено. Никто не смеет мне приказывать. Дождешь, никуда не денешься. Даже создать толпу. Я жажду служить. Может сразу уши, ну ладно. А, это же Андорал. Подожди, Андорал же, да? По-моему, да. Жизнь занерзула. Никто не смеет мне приказывать. Откатили. О, это уже с молотком, это уже похож на этого, которого. Проклятый изменник! Ты недостоин имени своего отца. Не знаю, почему Утор поручился за тебя. Ты втоптал в грязь его доброе имя и заслуживаешь ужасной смерти. Давай. Опа, неуязвимый стал, ребята. Нет, полоски не трогай. Никто не смеет мне приказывать. Так, ребята, поехали-ка вот туда. Будь осторожнее. Ты хрень, уничтожечка. Ну что еще? Так-то лучше. Чуть дает. Пора обедать. Говори. Ну что еще? Не надейся на быструю смерть. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Наши войска атакованы. Ёпусти. Будь осторожен. Наконец-то. Кого же есть скотина? Говори. Никто не смеет мне приказывать. За короля Лича. Наконец-то. Так-то лучше. Что ящики пустые. Не есть. Хорошо, что расходы маленькие. Мне приказывать. Рыцарь, иди сюда. Наши войска атакованы. Будь осторожен. Ледяная скорбь жаждет крови. А что за палатин сейчас будет?
Наконец-то. Пусть свет помилует твою душу. Твое предательство разбило утеру сердце. Он Ой. Был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Бедный Лютер. Бедненький какой, а? Ну что еще? Ебут. Ой, что-то в своих же валите. Будь осторожен. Наконец-то. Успокоился. Опа, башня, башня, ребята. Говори. Наконец-то. Держимся так. Еще пару пыток. Бам-бам-бам-бам. Попали. Ну что еще? Ну да, уничтожьте эту хрень. Никто не смеет мне приказывать. Приятного аппетита, ребятушки. Полушки должны быть выжить? Нет. Ох, я уже сейчас вылетит. Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь. Утро, да, будет крови. Сейчас. На утро стоит. 10-го левого. Сейчас нас всех раскидает. Твой отец правил этими землями 70 лет, а ты уничтожил все за считанные дни. Как это комплименты или обвинения? Отдай мне урну, и я дарую тебе быструю смерть. В этой урне прах твоего отца, Артас. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Я и не знал. Но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Ну что еще? Давайте его. Фига себе, он одним этим, бля. Полностью ХП сносит. Наконец-то. Трусливое создание. Его надо только так валить, блин. Будь осторожен. Готов. Надеюсь, для тебя уже приготовлено особое место в преисподней. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утер. Видишь ли, я собираюсь жить вечно. Лучше бы ты его поткнул, как этого Малганиса, было бы более, так сказать, эпичнее выглядело бы это. Ледяная скорбь жаждет крови. Что-то лошадок можно поубивать. Так-то лучше. Что, больше ничего нету? А, наконец-то. Нет. Ну что еще? Ну ладно. Дорогая ты скотина. Превосходно. Пошла. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не говори. Только ты можешь меня слышать. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю Личу, тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Ок. Хорошо. Выйти. Вечное королевство,
с высшими эльфами будем мочиться сейчас. Ух, это будет весело. Ну что ж, спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. По-моему, сейчас довольно сложная миссия начинается. Ну, увидим. Всем пока.